Жестокость некоторых людей просто не знает границ. Особенно к животным. Они слабее людей и беспомощнее, поэтому изверги позволяют себе над ними издеваться. Но, к счастью, есть те, кто готов помогать животным, которые попали в беду. Такие люди достойны уважения. Только посмотрите на этого кроху маленького орангутана. История, которая приключилась с ним, затронет ваше сердце. Этого малыша зовут Буди и свой первый год жизни он провел, запертым в крошечной клетке. Живодеры кормили его сухим молоком. Он боролся за жизнь как мог. Как можно было издеваться над таким милашкой? Ведь он ничем не отличается от человеческого детеныша. Но, к счастью, его удалось спасти и вырвать из клетки. Буди привезли к центру спасения очень слабым, у него не было шерсти. Он не мог самостоятельно сидеть, а его конечности были отекшие. Страшно представить, сколько ему пришлось натерпеться. Ниже вы можете увидеть его первый день после освобождения. Взгляните, насколько медсестра бережно с ним обращается, стараясь не причинять ему боли. А эти большие грустные глаза малыша, полные боли и слез.